Всем привет! Хочу рассказать вам о новой модели чехла Beckman Music Bass Pro Plus. На первый взгляд, у него не так уж и много отличий от своей прошлой модели. Но если посмотреть внимательней, они очень важные. Итак, давайте самое первое отличие. Это усиленное прорезиненное дно. Или в простонародье подошва. Теперь вы можете относиться к вашему инструменту очень плохо. И вам за это ничего не будет. Ставьте снег, грязь и тому подобное. Протекторы, как на вашей обуви. Отлично. Новый накладной карман, который стал в полтора раза вместительней. Это тоже важно. Открываем. Смотрим. И еще теперь для вас внутренний органайзер с закрывающимся кармашком. Сюда вы можете складывать свою зарплату, а сюда проездной, вот, или инвалидный этот, как его там, удостоверение. Итак, дополнительная такая вот бирочка, которая будет выделять ваш новый чехол. А для того, чтобы вас вечерами не сбили машины, а автолюбители это иногда делают. Здесь вот специальные светоотражающие полосочки. Где тут еще? Вот. Чтобы в городе или в деревне вас было видно. И спереди тоже. Поэтому даже ваша жизнь на еще чуть-чуть больше дозащищена. Дальше идем. Теперь бренд имеет свои уникальные такие вот пуллеры, что придает вам больше стиля. Открываем чехол. Как и прошлая модель, чехол открывается практически до конца, что дает вам возможность полностью его открыть и положить ваш инструмент, например, если вы положите его там на стол. Итак, то же самое наполнение, защита, чтобы колки не царапали велюр, накладная подушечка для гриппа, которую можно снять, и плюс дополнительная еще скоба. То есть вы кладете сюда грипп и прилепляете этой скобой. И получается все в натяг для тех, кто беспокоится, что инструмент будет ерзать. Дополнительная защита, опять же, от истирания для бриджа. И специальное утолщение на дне. То есть сюда уходит ваше крепление для ремня, погружается. И ваша гитара, она вот держится на этом поролоне. Вот этот вот 2 сантиметра поролона, плюс 2 сантиметра сам чехол тоже, материал защитный, и плюс еще подошва. Теперь с вашим инструментом точно ничего не случится. Ни зимой, ни летом, ни в городе, ни в деревне, практически даже и в космосе. И самое главное, этот чехол теперь можно возить с собой, да и даже сдавать в багаж в самолете. Все почему? Потому что его можно оборудовать дополнительной опцией. Это защитные панели, которые легко вставляются как вами, так и представителями бренда под заказ. Здесь вот у нас есть молния, она открывается, и вы спокойно вставляете туда пластиковую защиту. Пластиковая защита поставляется на бок чехла, на верхнюю крышку и на заднюю. Тем самым у вас получается защита с четырех сторон вашего инструмента еще и пластиком, который защитит от колких ударов и пинаний. Очень важный момент. До конца 2021 года действует специальная акция. Для вас, мои любимые зрители, кто сейчас смотрит это видео, по промокоду LEOBASS в одно слово, любыми буквами, действует специальная скидка. При покупке этого чехла Bass Pro Plus
вы получаете возможность докупить защитные вставки со скидкой 60%. По-моему, это отличное новогоднее предложение. Если вы хотели прикупить себе чехол, то сейчас это самое время. И если я вам в чем-то помог, я буду очень рад. С наступающим, друзья!